На 11 октября назначен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» с Байконура. Экипаж уже прибыл в Звездный городок и начал предстартовую подготовку. Основной экипаж МКС-5758 в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга, также дублеры космонавта Роскосмоса Олег Кононенко и астронавт CSA Давид Сен-Жак провели на космодроме первую тренировку. Космонавты и астронавты примерили скафандры и после теста их на герметичность заняли места в своем корабле. Экипажи проверили систему радиосвязи, лазерный дальномер, ознакомились с бортовой документацией, изучили программу полета и список запланированных к доставке на МКС грузов. Старт запланирован на 11 октября 2018 года. На запуск в Байконур прибудет глава НАСА.